Пчелы не могут одновременно жалить и собирать нектар. Им приходится выбирать. Они либо кусаются, либо делают мед. Успех требует времени и полной отдачи сил. Это обязательное условие, независимо от того, чего вы хотите – изменить мир или просто сменить квартиру. Все примеры успеха – это в основном истории о людях с одной ясно определенной целью. Иногда такие люди выглядят просто одержимыми. Джоан Роулинг не прекращала писать, даже когда у нее было мало или совсем не было денег. Ей угрожала нищета, но благодаря стремлению писательницы на свет появился Гарри Поттер, принесший автору невероятный успех и огромное состояние. Тоже можно сказать и про Мо Фараха, и про Стива Джобса. Ни один из них не пытался достичь сразу нескольких целей и не ставил сразу несколько задач в начале пути. Они не разрывались между множеством дел. Фарах был четко настроен на победу на средних дистанциях. Джобс уделял все внимание бизнесу, который начал у себя в гараже, и, создавая свое дело, не занимался дюжиной бизнес-проектов одновременно. Это примеры целеустремленности, которые и являются одной из необходимых составляющих успеха, независимо от того, какова конечная цель. К сожалению, жизнь то и дело подкидывает нам новые заботы и заставляет распылять силы на несколько задач сразу. Но даже когда это происходит, нужно отдельно сосредотачиваться на каждой из них. Единственный способ достичь успеха – уделять любому конкретному делу столько внимания, сколько оно требует. Вы заблуждаетесь, если верите, что можете продуктивно заниматься всем одновременно. Все примеры успеха – это в основном история о людях с одной ясно определенной целью. Руководство к действию. Делайте одно дело, а не совмещайте сразу несколько. Перестаньте быть мастером на все руки. Пишете ли вы письмо, играете ли с ребенком, едете в машине или медитируете, делайте хорошо именно это. Одна из болезней нашего века – делать несколько дел одновременно и считать это нормой. Даже современные дети считают, что заниматься сразу многим – это хорошо. Мой сын, например, делая уроки, слушает музыку и болтает с друзьями в WhatsApp. Станьте примером для окружающих, если вам кто-то звонит, отложите текущее дело и спокойно поговорите по телефону. Если же не можете сделать это сию минуту, то перезвоните позже. Избавьтесь от привычки разговаривать по телефону и одновременно писать что-то в компьютере, смотреть телевизор или вести машину по оживленному шоссе. Научитесь отказывать. Вы не обязаны помогать всем и каждому. Самый простой способ разорваться на части – брать на себя все чужие заботы, выполнять все просьбы. Научитесь отказывать, в идеале, вежливо и спокойно. Безусловно, вам часто хочется помочь семье, друзьям, коллегам, соседям, но нужно знать меру, понимать, когда соглашаться, а когда отказывать. Это сложно? Вам неприятно говорить «нет»? Будьте честны с людьми и объясняйте им, что заняты. Вас поймут, если вы признаетесь, что вашему внутреннему процессору просто не хватает скорости.